Ребята, всем привет, всем доброе утро. Мы начинаем сегодня свой новый влог. Хотела заснять, Давиду сказала: иди одевайся, мы пойдем гулять. Он тут одел ботинки, которые смог, шапку. Пока шла за телефоном, он уже все снял. Такой смешной стоял. Вот, мы собираемся сейчас на улицу. Нам надо будет дойти до Сбербанка, забрать карточку. Я меняла карту сбербанковскую. Не получается. Да, Давид? Ой, ой, так гулять хочет. Ладно, мы сейчас одеваемся, на улице увидимся. Вышли мы с Давидом, уже продвигаемся мы к банку. Такой ветер нехороший, со снегом. Прямо в лицо будет. Давида тоже там закрыла, чтобы ему не дуло. Вот так вот полностью. Да? Что? Что? Вот. Закрыт, ему не дует. То какой-то нехороший ветер. Боковой. Идешь, прячешься, иду, ветер в лицо, даже глаза слезятся. Сейчас дойдем до Сбербанка. Заберу карточку новую, свой Мир. Менял Сбербанк на Мир. Да, это у меня была MasterCard. Вот. Девочки, мы уже дома. Села я пить кофеечку с печенюшками. Давидик уснул по дороге, пока мы шли. Положили его спать. Сейчас спит. Пакет уже разобрала. Зашла в Магнит, в Дикси. Зашла сначала в Магнит. Сегодня будем пельмешки есть, ничего не хочется делать. Вот. В Магните пельмени по 349 рублей, которые мы берем в бульмени. Думаю, нет, не буду брать. Зайду в Дикси. В Дикси они по 149. Представляете, разница? Ну, в Дикси они были по желтому ценнику. Вот, взяла те пельмешки. У нас сегодня с Кристинкой разгрузочный день. Разгрузочный день в плане не еды, а в плане готовки. У нас сегодня будут пельмени. Сейчас днем там картошечка была, макароны тогда едим. А на вечер пельмешки. Малыши в садике, взять на работе. Вот, сейчас попью кофеечку, пойду тоже немножко отдохну. Так вот, девочки, наша обновочка. Обновили мы комод. В предыдущем видео я до конца не досняла, потому что мы его до конца и не собрали. У Фаруха не было инструмента. Отвертками было трудно, а ему нужно было шуруповерт, а у него был на работе он. И вот, пока я работала, за эти два дня он собрал. Ну и вот, показываю вам. Высота вот 1,10 м, длина 1 м, а глубина 40 сантиметров. Мне нравятся вот эти ящики, они прям выдвигаются до самого, полностью выдвигаются, да? Тот у нас комод был, вот так вот выдвигались. Вон, такие удобные. Только если выдвинуть все ящики, он начинает наклоняться, комод. Но Фаруха, наверное, закрепит сегодня. Да, или... да, вот хочет закрепить. Стене. Да, потому что малыши двигают, подходят, мало ли... Выдвинуть ящики, еще не дай бог упадет на них. Потому что он, видите, он 40 сантиметров. И вес ящиков он начинает перевешивать, если их все выдвинуть. Ну, конечно, все выдвигать не будем, но подстраховаться, чтобы дети на детей не упали. Такой симпатичный комодик у нас. Мне нравится. Главное, вместимый. А Давид там прячет телефон, смотри. Что? Тебя поймали? Да? Тоже вот минут 15 назад проснулся. Скоро за малышами пойдем. Или, наверное, за Фарух поедет за ними. Потом собираемся в деревню съездить. Отвезти тот комод, который здесь был. Вот. Все вместе поедем. Вечером к маме. Сюрприз ей сделаем, да? Мы любим сюрпризы. Нету? Все? Спрятал? Где? Смотри на него, Кристина. Спрятал? Он говорит, где? Нашел? Давид, ты нашел? Вот, да, и мы любим скорее сюрпризы делать. Вот, маме неожиданно приедем. Она нас не ждет, ведь она не знает, что мы приедем. Давай. Помочь? Шоколадку ел из чумазой. Достать тебе? Давай, достану. Ой, давай, достану, давай. Убирай ручку, я достану тебе. Ага.
Держи. Два. Пойдем. А мы бесимся, да, Мина? Да, Давидик? И, покажи. Давай. Кристину, уехали? Давай. И, ова. Кристина с Фарухом и Самирчиком уехали в деревню, повезли комод. А мы не поехали. Мы остались дома, потому что комод мы у нас не просто... поехали, да. У нас просто, да, у нас просто комод не поместился в багажник. Пришлось отгибать сиденье заднее. Вот, ну, половину. Ну, короче, нам места не хватило. Поэтому мы остались. Вопрос-ответ не удался, да? Давид, хватит танцевать, сейчас упадешь. Давид! Стоп, стоп! А и тебя. Ой, ой, сейчас немножко побесимся. Красивая. Красивая девочка, да? Да. Все, натанцевался, Давид. Сейчас стукнешься аккуратней. Ой, ой, его шатает. Так, а мы тут решили заняться с Аминой, рассортировать игрушки все. У нас опять все игрушки были, не пойми как, вот здесь вот, обычно все рассортированы по категориям, там по развивашкам, не развивашки, куколки, не куколки. Тут они тоже, уже, наверное, месяц мне забирали, да, не следили за этим. Игрушки у нас опять все кучу в одну. Капуста. Молодец. Капуста. И вот Амине говорю, чтобы она изо всех ящиков вытаскивала все игрушки. И сейчас будем с ней сортировать игрушки опять по коробкам, как и должно быть. Но раскраски так и оставь, там их не надо доставать. Там нету ничего. Еще в третьем ящике надо все вытащить. Вот, да, вот эти все тоже. И вот мы сейчас не будем... знают про обувь. Наверное, ага. Вот. Пищит. Надо намыть. Аминочка, дай твоего поняшку. Да, поняшку намыть, у него батарейка, смотри, садится. Пищит, слышишь как? Да. Давид, подожди, там еще не вытащили игрушки. Помогает тоже. И вот сейчас будем заниматься делом. Они бездельничают, да, Мина? Попрыгали, поиграли, потанцевали, и теперь займемся делом. У нас до 9 часов, полтора часа. Ну, даже если за полтора часа мы... Ну, я думаю, нам хватит полтора часа разобрать эти игрушки все, да, Мина? Хватит? Да. Да. А, кстати, куда у нас пазлы все убрали? Мама убрала, не знаешь? Да. Твоя мама. Там? В комнате у вас. Аккуратнее вытаскивай, доставай, доставай все. Ладно, девочки, будем сортировать. Конструктор, кухня, мягкий конструктор. Давид. Он тебе помогает. Давид, иди ко мне. Давидик, иди ко мне. Иди ко мне, будешь мне помогать складывать. Давидик, Давид, давай руку, иди ко мне. Иди ко мне. Да, сейчас я его возьму. Нет, ящики не вытаскиваем, ты только из ящиков все вытащи. Да, вот, давай закидывай теперь, Давид, все, вот сюда. Все, молодец. Теперь тебе надо собрать, Амин. Нет, знаешь, что тебе надо вот в эту пустую коробку собрать весь вот этот мягкий конструктор. Из него там все вытащи, только в семье весь мягкий. Вот, будем собирать все. Да, Давид? Потом покажу в конце, что у нас получилось. Конфетку съела. Еще тут тоже он где-то попадался. Все найдешь, да? Чего? Конструктор мягкий, здесь тоже попадались кубики. Да. Потом надо будет вот такой конструктор собрать. Все понял. Все понял? Да. Или поняла? Поняла. Тут еще где-то попадались. Вот, смотри, вот видишь, они все попадаются. Все складывай. Смотри, ищи. Последний да. Игрушек. А будет попадаться по пути? Папа. Ага, маркер. Посмотрим, пишет или нет. Ну все, девочки, о, немножечко бывает. Игрушки все сортируем уже. Магнит, как обычно.
конструктор, вернее, магнитный. Я не помню, как вот эта игра называется, собирать все мягкие кубики, машинки все отдельно, большие, маленькие. Большой конструктор уже собрала, сейчас еще кухню Аминину все, посуду соберу. И вот такие вот тоже пирамидки всякие Давида. Да, уже полчаса как у нас прошло. Давидика положила в кроватку, он все раскапризился. Покушать, наверное, захотел, пьет молочко. Вот. Дальше будем убирать, потом покажу, что получилось. А Амина тут смотрит мультик на английском. Ну так, уже умеет считать. Это что, Амина? Какая цифра? 100. Угу, молодец. Ханджой? Это ван один. 101 ночь? Хуан? А, Хуан Жень. 101, да? Вот, а я буду дальше разбирать. Амина мне тоже помогла. Она вот конструктор собрала мягкий. И теперь я. Так, ну вот и все, что от нашей кучи получилось. Совсем чуть-чуть. Потратили час. Рассортировали все. По контейнерам. Нет, час. Даже меньше. Вот, а там выкинуть надо игрушки. Тут такие уже непонятные. Что, чего. Ну, короче, ненужные. Сломанные всякие. Ну, там вот, смотри, от куклы Лол, крышка. Вот от этого мыльных пузырей, вот все это. Это надо. Ты что, ты резинку? Давай. Ты как мама. Сразу проводить ревизию, что выкинуть, что не выкинуть тебе. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, да? А это вот ведь все валяешь. Это нужно. Вот это нужно, ладно. С резинкой согласна, резинку не заметила. Вот. Ну и все, вот как-то так вот. Выкинула бы эту коробку. Все. Амина, ты довольна своей работой? И Амина теперь заслужила Skittles. Амина, бумажку выкинуть. Потом. Не забудь. Все, я сейчас это все уберу. Так, девочки, а мы решили с Аминой сделать перекус небольшой, да? После хорошей уборочки, расхламления после игрушек. Но мы их не выкидывали. Мы сортировали с Христиной где-то полгода назад. Мы только их сегодня разобрали. Полгода? Да, помнишь? Ну, может, месяца три назад. Я помню. Расхламляли, да, все плохие игрушки. Мне было тоже 6. Нет, тебе, а может, было 6. Ну, я точно время не помню, но помню, что это полгода, может, назад. И еще последнее действие. Помыть посуду. Мы поужинали. Еще посуду не помыла. Сейчас с Аминой перекусим. Амине понравились вот такие печенюшки. Палочки. Пальчики оближешь, называются. Очень вкусные. Они песочные палочки и сверху белый шоколад. Белый и коричневый. Пальчики оближешь. Говорит, пальчики оближешь. Пальчики вкусные, да, Амина? Угу. Объедение. С молоком еще вкуснее. Угу. И сейчас пойдем в баиньки. Да? Почему это подкручивалось? Завтра так-то в садик? Ладно. Что ладно? Алиса! Алиса тебя не слышит. Ты непонятно говоришь. Алис! Алиса! Алиша! Просыпайся! Не хочет, да? Не хочет с тобой, Алиса, разговаривать. Там может быть отключено что-нибудь. А, горит. А? Горит? Красный. А красная это что? Значит, не работает? Нет. Возьми в руки ты ее. Алис. А, вот, включилась. Спроси, как погода? Сколько у нас градусов? По вашему запросу не получилось ничего найти. Алиса, включи песню «От пути нет путю». Была ведь эта музыка у меня где-то. Не могу найти, простите. Алис,
почему? Подумай, что с этим можно сделать. Алис, это ты подумай, что надо с тобой сделать. Ха, не знаю. Есть предложение? Нет. Жаль, почему? Почему? Может, объясните? Нет. Объясняй. Объяснять можно и по-разному. Например, можно рассказать что-то интересное. Интересное, пипипесное. Включаю Сринивас, Санташ Харихаран, Рахини Рагалан, песни Пай-Пай-Пай. Включаю КТ, песня Биг-Биг из одноименного альбома. Вот, вот эту посуду надо мне перемыть. Тут совсем немножечко. Так, пару тарелочек. Подожди, не включай еще. Вот, ну все, девочки. Отпаузить. Нет, Алиса, пока не надо. Рано еще. Надо. Сейчас она будет петь песню. Сейчас подожди. Вот, видишь, Алиса меня послушала. И вот, девочки, сейчас я помою посуду. И все, и с Аминой пойдем дальше отдыхать. Отпаузить. Погодите, и что это значит? Да блин, то песню отпаузить! Петь, значит. Алиса, пой. Включи самые-самые-самые-самые смешные песни в мире. Включаю. Яна Лавринович, песня «Ух ты». Амин тут радуется. Скоро выпускной, да, Мина? Да. Так, ну что, ребятки, а мы прощаемся с вами. Да? Всем спасибо, кто ставил лайки нам, писали комментарии. И не только всем спасибо, кто посмотрел наше видео. Мы уже ложимся спать. Ноги меня атаковали, да? Мама, а я где буду спать? Мама, ты меня там... Оторвется. Зуб опять? Десна. Почему десна оторвется? Мертвая десна. А, мертвая десна. Ага. Которую резали-то тебе? А-а. А что за мертвую? Не говори язычком. Это болеть будет. Она не будет болеть. У тебя не будет болеть, у тебя нет. Всегда ничего не болит. Да он у нас пацан вообще живут, да? У него ничего никогда не болит, да? А если и болит, он никогда не скажет, да? Mm-hmm. Так, ладно. Ну что, всем говорим спокойной ночи. Мерчик. Ты уснула, что ли? Спокойной ночи. Амина. Ну что, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.